И даже если тебе случайно попадется керамбит голд, ты должен будешь его слить за 0.03. Купить и слить! Даже если это будет подарить в МТХ или слить весь инвентарь, неважно, ты должен будешь это выполнить. Только попробуй это не сделать. Короче, тебе надо будет покупать М40 Monster Stat-трек, братанчик. Всем салам пополам, КНТПК на проводе. Короче, братва, такая ситуация. Все самые тупые ютуберы после этого 2 дали мне нереально жесткие задания. А именно, Тик-Так, Холдик, Абоин, Рик, Ерокс, Раш, все они мне дали крутые задания. И мне надо их выполнить. А если их не выполню, то там будет полная габелла. Ну, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. И первая перхоть, которая мне отправила задание, это Тик-Так. Давайте прослушаем, что же сказал этот пирожочек. Приветульки! Мое тебе задание. Ты должен купить случайный рандомный нож. Ой, ты уже думаешь, блин, а если там керамбит попадется? Но это еще не все. И ты должен будешь слить его за 0.03. И даже если тебе случайно попадется керамбит голд, ты должен будешь его слить за 0.03. Купить и слить! Давай, родной, делай. А если у тебя не хватит голды, то ты должен будешь постричься на лысо. И это обязательно! Чего? Постричься на лысо! Ты чё, мужик, в сосну въехал? Какое постричься на лысо? Ладно, ребята, думаем о хорошем. У меня 26к голды, по идее, должно хватить. Ну что ж, я уже выбрал там раздел нож, и на счет 3 тыкаем. 1, 2, 3. М9 был на этом съем. Иди сюда, чинатость на базу. Ребята, изи каточка. Слушайте, ну вроде бы как я не лысый. Первое задание мы успешно прошли. Ну а теперь давайте-ка мы приступим к заданию номер 2. Надеюсь, оно будет таким же легким. Спойлер, нет, потому что все следующие здания будут сложнее предыдущих. Все, пацаны, смотрим. Здорово, Кентуха, короче, сейчас тебе будет такое задание, ты офигеешь. Тебе нужно зайти в личку, и первое, что тебе напишет подписчик, то и выполнить. Даже если это будет подарить в МТХ или слить весь инвентарь, неважно, ты должен будешь это выполнить. Только попробуй это не сделать. Братанчик, я люблю моих подписчиков, поэтому, ребята, вперед, переходите в личные сообщения и посмотрим, что же мне там написали. Я говорю сразу, это не постанова. О, Абоин, смотрите, Абоин самый верхний. Что же мне пишет Абоин? Кент, привет, можно в клан. О-хо-хо, изи каточка, давайте напишу, да. Ребята, Абоин даже хочет клан маслята, понимаете? Насколько маслята жесткий. Абоин готов кинуть свой клан Пепис. Не понял. Ну все, братва, инвайтим Абобуса. Добро пожаловать в семью. Принимай, я пригласил. О, стоп, он принял походу. О, вот. Прикиньте, как же он в шоке. Пишет, спасибо, я твой подписчик. Серьезно, подписчик? Ничего, как неожиданно. Ребята, ну получается, я прошел второе задание. Слушайте, ну как-то вообще изи, да? Короче, братва, я отправил Холдику это видео. Он говорит, слишком легко. Говорит, давай еще кого-то тыкни. Поэтому, ребят, сейчас рандомного подписчика. Сюда. Че он пишет? КНТПК, я хочу тебя пригласить в друзья. Брат, давай в друзья. Ща инвайт напишу. Бро, ща добавляю. Ну, ребят, Маратик, это можно добавить сзади Даса. Конечно, мы добавим друзья. Сейчас, правда, надо кого-то удалить с друзей. Но я удаляю только Нектио. Вот этого чела ни разу не видел. Маратик, брат. Блин, Марат, ты чё? Давайте я напишу. Открой приватность. Я добавлю. Все, мужики, ну вроде бы как это здание мы тоже официально выполнили. Все, я ему заявочки в друзья кинул сразу, как он уберет приватность. Поэтому, ребятки, не переживайте, очком мамонта стоит. Это здание тоже дзынью выполнено. Ну что же, ребята, и следующее задание от нашего братика Фрикарда. Давайте послушаем, что же он сказал. Так, Кентуха, морковку тебе в ухо. Даю тебе интересненькое задание. Открой хэллоуинский стикер-пак. О, вот это, кстати, интересненько. Да, открой хэллоуинский стикер-пак. Изи. Не понял. Рик, ты чё, мужик? Фрикарда! Хештег Фрикарда! Ты чё, в сосну въехал? Какой ещё хэллоуинский? Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Он стоит, как моя почка! Ну ладно, ребята, все ради контента. Я готов пойти на эти жертвы ради вас. Фух, ну что, ребята, надеюсь, все прожали лайки. Обязательно подпишитесь на мой канал. А мы... Даем! Голд скул! Гости. Но тоже на Г начинается. Зашибись, да, ребят? С одной стороны, это самое простое задание, с другой стороны, это самое обидное задание. Фрикарда, я твой рот трупа шатал. Ты знаешь, какой стоит хилпак? Хилпак на секундочку стоит. О, дорогая, 6к. 6к в никуда. Ладно, ребята, а мы идем дальше. И следующее задание от нашего братика Ерокса. Давайте же послушаем, что же он там скажет, а?
Приветик, брат. Мы сейчас с Денчиком находимся в студии Аксельбол. То же самое, то же самое. Братик, давай сейчас с подписчиками ему такое жесткое. Давай так, смотри. Короче, найди самого бедного подписчика и подари ему какой-нибудь нож. О, да. Ну, да, или аркану. Знаешь, если ты жмот, подари аркану. Если ты, красавчик, подари нож. Надеюсь, ты не жмот. Самого бедного подписчика? Брат. Изи, каточка. Я захожу в мой дискордик, братва. И сейчас мы найдем самого бедного подписчика и поможем ему. Вы сами понимаете, Кент пока добрый человек. О, стоп, он еще какой-то отправил, еще какой-то кружочек отправил. Кстати, ты Пепа. Пепос. Ерокс, Ерокс, братва, придумайте какую-то обидную рифму к слову Ерокс и напишите в комментариях. Ну а я пока что перехожу мой ДС искать самого бедного подписчика. Ну что же, ребята, и вот он, наш первый подписчик, которому нужна помощь от Кента ПК. Брат, ну давай, покажи, почему ты бедный, как тебя зовут, рассказывай. Меня зовут Никита, у меня очень плохие финансовые. Я здесь. За эту улицу стою. Пацаны, мне все. И я все. Пацанам. Так, Никита, показывай, что там у тебя плохое-то, ядрить, колотить, бегом. Так, Никита, смотри, у тебя есть телевизор, плазма, и ты говоришь, ты бедный подписчик, да? Показывай, почему ты бедный, расскажи. Вот, обоев не хватает. Обоев не хватает, из-за этого ты бедный? А ну бегом к холодильнику, дорогулечка ты моя. Открывай холодильник, сейчас мы узнаем, ты бедный или нет. Давай, мужик, открывай холодильник. Ребята, ох, ничего, у тебя там колбасы, ты бедный, да? У тебя холодильник богаче, чем у меня. Все, брат, давай, я буду набирать подписчика номер 2. Ребят, ну по всей видимости, этот подписчик не самый бедный, поэтому мы идем набирать следующего подписчика. Ну что же, ребята, это подписчик номер 2. Братик, представься, как тебя зовут? Привет, меня зовут Влад. У меня совсем нет голды, вот старый ремонт. Мне даже на еду не хватает. На еду? А ну бегом на кухню иди, дорогулечки ты моя, ну я смотрю. Тут у тебя хотя бы не плазма. Брат, ты бедный подписчик или нет? Говори сразу. Признавайся, или богач. Так. Ого, тогда. Ох, ничего себе, вы воду с бутылок пьете, насколько ты бедный. Так, холодильник открывай. Холодильник открывай, дорогулечки ты моя, холодильник. Сейчас мы посмотрим, насколько ты бедный. И ты говоришь, что ты бедный, да у тебя холодильник в 100 раз больше, чем у меня. Брат, подожди, а ну покажи в зеркало себя, в зеркало себя. Вот я хочу посмотреть, насколько ты бедный. Боже, мне найти самого бедного подписчика. Брат, смотри, как ты можешь доказать, что ты бед, что ты очень бед, а? Ну у меня нет, ни на что не хватает. А у тебя туалет и бумага есть в туалете? А ну покажи. Не, ну если нет туалета и бумаги, то это определенно бедный человек. Бумага есть. А ну покажи. А ну пожалуй, она какая? О, брат, стой, покажи туалет. Брат, ну я думаю, вот за эти все трубы ты заслуживаешь номинацию «Самый бедный подписчик». Братик, ну а мы прямо сейчас переходим в стендов и будем тебя радовать. Ну что, братик, я понимаю, ты бедный, что ты хочешь больше, аркану или нож, говори честно. Ну, конечно же, вы ножик хотелось. Ножик, он хочет любую раскатал. Ладно, брат, я должен выполнить любое твое желание. Ну и что, родной, выбирай, что ты хочешь. Блин, тут выбор огромный. Давай, тычки Джавс. Тычки Джавс. Ого! Ну ладно, брат, для тебя не жалко. Родной, покупил? Так, ты сейчас вопрос ставишь? Да, хорошо. За сколько ставить? Фул или как? Так подожди, так ты, значит, не такой уж и бедный, если у тебя есть голда на запрос, а? Ну, у меня вот как раз впритык. Ну ладно, братик, выставляешь за 790. Поставил. Слил. О, спасибо, Кент. Ты довольный, родной? Довольный ты или нет? Это мой первый нож. Ладно, братик, можешь сказать спасибо Ероксу, это было задание от него. Спасибо, Ерокс. Ну а мы, ребята, перемещаемся к Рашу. Что же он мне там дал за задание? Давайте смотреть. Братик, короче, сейчас сидим, между прочим, в офисе Axelbolt с Ерланчиком. Вот, появилось здесь задание, идейка такая. Короче, идешь в каточку в ММ, минус 2 за раунд с ножа даешь. А если не даешь, то покупаешь, например, рандомный неймили скин. Да. Давай, удачи. Рандомный Немелый скин, ты чё, ты вообще ненормальный? Ах ты Раш, ты Раш, попе краш. Ох, ничего я придумал, ну ладно, ребята, вы же знаете, Илюша Киберспорт тут, поэтому мы прямо сейчас перемещаемся в соревновательный режим. Надеюсь, у меня все выйдет. Я не хочу отдавать всю мою голду на Немелый скин. Ребят, я уверен, у меня это выйдет, потому что Киберспорт в моих руках. Все, погнали, перемещаемся в каточку. Ребятки, я надеюсь, что я справлюсь с этим заданием, потому что не знаю, как вы, но покупать! Внимание! Какой-то скин из NMS коллекции я не хочу. Так, ребята, вроде бы как за меня играют какие-то киберспортсмены, а сам этот чел с ником Soft, поэтому все будет нормально. Короче, братва, я засяду тут и просто буду ждать противников. Идеально, идеально все, пацаны! Я думаю, я это сделаю, возможно, даже с первого раунда. Тише, тише, тише. Так, ты что тут делаешь, чел? Готовы? Раз, два, три... А!
окей, с первой попытки не вышло, ребят. Все мы не идеальны. Попыточка номер 2. Ну что, ребята, я провел краткую работу над ошибками, и я понял, что же мне надо подправить. Надо сидеть не в ребрах, надо сидеть в этом месте. О, идеально, идеально, идеально. Ох, идеальненько. Сейчас бросаю флешку и даю минус 2. Да ё-моё, у меня тиммейты киберспортсмены какие-то жесткие. Ладно, ребят, была не была, на мужика просто влетаю. Флешку кинул. Нет, чел, ты меня не видишь? Да как? Он меня сам на нож посадил. Ты чё, киберспортсмен? Это чел с клана Сансеймс, отвечаю. Но сейчас-то по-любому должно выйти. Я один остался. Настя, пожалуйста, идите тут через тёмку, умоляю. Они тут, они тут. А я играю с ножом. Очень надеюсь, кто-то пойдет в тёмку. Тут чел, тут чел. Там чел слева, вы видели? Ё-моё. Все, братва, была не была. Бросай флешку, кого слепит этот бот. Тише. Они тут. Страшно-то как, мужики. Опять ты! Минус один. Да, минус два. Ура, я дал минус два. Ребята, ну кто самый ценный игрок? Кто тут легенда? 2-5 играю. Все, ребята, и это задание мы тоже успешно выполнили. Но прямо сейчас мы слушаем задание от нашего братика Лягушонка. Давайте прослушаем. Алем, блокинтуха, короче, тебе нужно зайти в ЗБ, дать минус 3 М40, и если ты не дашь минус 3 М40, короче, тебе надо будет покупать М40 Monster Statrek, братанчик. Поэтому, да, минус 3 за раунд даешь, а говорится, не покупаешь. А если не даешь, то покупаешь, братик. Давай, удачи. Что? Минус 3 дать М40? Да я М40 вообще играть не умею. Но если я не дам, покупать М40 Monster. Брат, все понял. Буду учиться играть. У тебя даже ради этого с рейтинговых игр ливнул. Они мне не нужны. Все, ребята, перемещаемся в ЗБ. Ух, минус 3 М40. Это, конечно, по харду, но будем пробовать. А Бовин, ты ли это? Ха, посмотрите, челу что-то плохо стало. Ну ладно, ребята, мы перемещаемся в раунд номер 2, когда у меня уже будет М40. Ну что, ребятулечки, мы продолжаем дальше, но уже на другой карте. Потому что, к сожалению, с Сакурой я вылетел. Потом полетели всех разносить на дюне. Let's go, let's get it! Надо дать минус 3. Я думаю, для меня будет изи каточки, тем более это ЗБ. И, по всей видимости, наши противники ушли на план Б. Потому что на планту А я никого не видел. Сюда! Стоп, я вижу чела. Блин, ну я минус 3 не дал, потому что всего лишь остался один противник. Все, мужики, это полная габелла, по всей видимости. Не, ну реально хардовое задание было, между прочим. Мы перемещаемся в следующий раунд. Самое главное, успеть дать минус 3 до конца катки. Иначе я должен буду купить М40 монстр. Все, мужики, просто бежим, потому что осталось всего лишь-то 5 раундов. Кто по мне хаишку-то кинул? Минус раунд еще! О, нет, только нет. Ладно, ребята, встретимся в третьем раунде. Надо дать хил. Да, дал, попал, дал хит. Да, минус один. Найс. Вы видели, сколько их там? Мама дорогая. Слева щел. Давайте, ребят, пробую еще по нему попасть. Да как там, Маша, у меня? Маша, 2 рубля и наша, как ты это делаешь? Конечно, я думал, это будет попроще. Тем более, это ЗБ, хана я бот. Но про хаешки я бабу ничего не говорил, поэтому я считаю, что я смело могу бросить одну хаешечку. Вот прям вот так, чтобы пацаны не расслаблялись. Так, ждем. Ловись, рыбка большая, маленькая. Да, дал килл! Ха-ха-ха, застилил моих тиммейтов. Тихонько. Да, минус 2, еще минус 1, и все, ХВП. Так, мой тиммейт Богдан, у него 6 килл, он хорошо играет, поэтому надо бежать за ним, играем в размен. Давай, мужик, играем в размен, понял? Тебя мочат, я прячусь за тобой. Великолепный план, Уолтер. Тише. Где они? Слушаем шаги. Моего тиммейта замочили, не! Ладно, ребят, я очень надеюсь, что противники выйдут с этой стороны. Держим кулачки, надеюсь, я все делаю правильно. Так бы не хотелось бы сейчас сливаться, хочу дать минус 3. Где они все? Ребята, стрёмно, так как 29 секунд, они даже не спешат ко мне, пацаны. Да дайте один килл, дам им все. Мне надо дать минус 3 с М40. Вы что, на приколе, 20 секунд осталось. Я такого еще не видел. Я бегу по противникам. А где они? 10 секунд осталось, быстрее! Вы что, мужики, вам же... Дал! И давайте я одного на нож попробую. Все, ну самое главное, я дал минус 3, я выполнил этот долбанный челлендж. Да, мы это сделали. Кто красавчик? Кинда пока красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Ну что же, а мы переходим дальше.
Ну и, ребята, для последнего задания я позвал эту красотку Анетку. Ребята, Анетка, бомжетка, салфетка, влажная табуретка. Давай мне твое задание. Тебе нужно открывать хамелеон Казики и открывать до тех пор, пока не выбьешь Аркану. Аркану? Да, да. Ты что, ненормально? То есть мне надо открывать хамелеон Касики, пока не будет арканы. Понял, принял. Окей, ребята, пожелайте мне удачи, открывая хамелеон Касики до тех пор, пока мне не выпадет аркана. Слушай, я скажу честно, знаю мою удачу, это может быть самое сложное задание. Посмотрите, у меня топорарки падают и эпики. Это Габелла! Чё за дичь? Нам нужна аркана. Слушайте, ну каждый раз выпадает дроп лучше и лучше. Была рарка, теперь эпик статрек, сейчас легендарка, а потом аркана, я правильно понимаю? Нет. Ой-ой-ой, дайте мне, пожалуйста, аркану, дайте мне аркану. Я хочу выполнить этот долбанный челлендж от Анетки-бомжетки. Не, мужики, я надеюсь, я много голдишки не потрачу. Прошу, любую аркану, любую... Да не рарку, аркану! Блин, ребята, это последнее задание, но реально самое хардовое, потому что я могу открывать эти кассики хоть до потери сознания, хоть бесконечно, потому что мне не везет, посмотрите. Ну, это нормально, по-вашему. Это нарушение прав... О, о, давай, давай, левей, левей, левей. Это нарушение прав человека. Ну, зашибись, мужики, да? Вот тогда... Стоять! Ну, я ж сказал стоять! Ладно, ребята, открываем дальше. Надеемся, верим, любим, ждем, что мне выпадет Wild Jokers. Спасибо большое, уважаемые разработчики. Я вас очень сильно люблю. У меня в начале это видео было, ребята, плюс-минус 30-ка на балансе. Сейчас уже у меня 18. И мне кажется, что все этим не закончится. И это только начало, потому что арканы даже не пролетают. Поэтому, ребята, мы открываем дальше. 5 minutes later. Ну вообще, если честно, я считаю, это не норма. Уважаемые разработчики, у вас же написано, шанс на аркану 2%. Ух, как и сантиметров у тик-така. Почему эти 2% никогда не срабатывают? Я за всю жизнь этих хамелеон кассиков открыл уже, не знаю, ну, 1020 голдишки. И у меня одна аркана выпала, одна аркана! Кстати, это видео было там, где я снимался с Неткой, можете его посмотреть. О, даже тут аркана не вылетела, вы посмотрите, да? Зато рарки статреки, эпики статреки падают только так. Итого, мне падает, уважаемые леди и джентльмены! Спасибо, спасибо, мне нужна аркана. Очень сильно нужна аркана. Не, ну не легендар. Не легендарка, ну спасибо за легендарку, но аркана нужна же. Ну я ж сказал-то! Ё-моё, может я просто арканку куплю с рынка? О, давай-давай, левее, 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 левее! Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, не понимаю, почему у меня вот немножко подвисает, как будто открытие кассика. Вот как будто немножко есть такое, да? И опять, смотрите, опять тупо попадают глимы эпики. Прошу, аркана, жаль, сам, ну арканочка, арканочка, арк... Да! Вашу машу мордой в кашу! Не, ну это вообще не норма, это трофл какой-то. Пролетело 3 аркана и, естественно, мне падает рарка. Спасибо, зачем кинту аркана? Да, спасибо большое вам. Люблю вас, разрабы. 5 minutes later. Понял? Понял, принял? 2 hours later. Шел 3-й час. Арканы даже не пролетали. А, ну пролетали. Но не выпадали, к сожалению. Ну ё-моё, ну где аркана? Докупаем очередную порцию хамелеон кассиков. Возможно, хотя бы сейчас мне выпадет аркана. Сколько мне еще надо открыть сундуков, чтобы мне выпал аркана? Миллион? Опять докупаем? Да, это, конечно, хардовый челлендж. Ребят, мне уже что-то не смешно. Я не знаю, лучше бы я нож продал бы за 0,3. Потому что я уже 3 ножа, наверное, или 4 прооткрывал. Тогда же может быть 5. Обалдеть. 5 minutes later. Не может быть! Не прошло и миллиона лет! Выпали перчатки! Да вы что? Я уже думал этот челлендж не снимать! Фух, братва, мы это сделали! И знаете что, как бы это символично не было, вот эти вот перчатки, что мне выпали. Где перчатки? Блин, я их даже найти не могу. А, вот они, эти перчатки, которые стоят 1300 голдишки. Я подарю вам. И чтобы получить, надо просто подписаться на мой канал, поставить лайк, написать в комментариях твой ID. И самое главное, перейди и подпишись на мой ТГ-канал. С вами был ваш Кентуха, всех обнял, приподнял, всем чао! Какао!